Хей-хей, на свете Dragon Soul Play. И у нас новиночка в Стиме от русских разработчиков под названием Folk Hero. Да, сегодня я такой в черном наряде. Точнее, не в черном, а... Я понимаю, что тут за свет, но я пока у меня нет возможности поставить всякую светодиодную чепуху, чтобы как-то тут свет был, там, кам, все дела. Поэтому... Извините за то, что вам может неприятно смотреть. Я, ну, в принципе, камера выглядит, записывает неплохо, но я никак не могу настроить свет. Это прям большая проблема. Несмотря на то, что он светит вверх, у меня писец как освечивает. Может, я попробую его закинуть чуть подальше? Во! Теперь лучше, засветов нет. Погнали! Да, я в эту игру, кстати, в демке играл. Испокон веков жизнь в маленькой деревне текла своим чередом. Крестьяне постигали ремесла, рыбачили, а старики пугали молодых легендами о разной нечисти. Правильно пугали. Но мирной жизни пришел конец, когда в море на горизонте возник таинственный остров. Деревню наводнили чудища, животные одичали, а легенды стали реальностью. Крестьяне уже оставили надежду на спасение. Но тут появился герой. Сюрприз! Ша! Путь его лежал на остров. Неплохо. Завязочка интересная. Кстати, я играл в эту игру. Очень такая вот, не было вот этой вставочки, а в демочку вообще играл. Попробую сначала потренироваться на манекене. Ага. Не понял. Покажи, на что способен. ЛКМ удар. Так, ну-ка, смотри. Что ты умеешь еще? О, это, кстати, атаки я не знал. Прокачать любой талант до максимального уровня. Награда репутации 200. Что можно прокачать? Почему не могу это купить? Сначала найдите этот предмет. Талант уровень 1. А что дальше-то делать, слышь? Прокачайте любой талант до максимума. А как я тебя прокачаю? Я не знаю, этот момент его не было, кстати. Опа-па-па-па-па-па. А, ну на лодке можно садиться. Кстати, надо было до этого к лодочнику подойти. В демке надо было подойти к лодочнику. Я демку не записывал, просто играл для себя. Нам надо, чтобы отправить на остров, он был дойти к лодочнику. Ну, поехали на остров. Ой. Лес 1/2. Добраться до дуба. Так. Сейчас. Бляха-муха. Куда же не знаю переместиться-то. Сейчас камеру немножко поменяю расположение. Я думаю, надо ее сместить немножечко в другую сторону. Потому что... Куда-нибудь сюда. Потому что тут карта, чтобы вы карту видели. О, давай.
О, неплохо. Очки репутации, их не было, кстати, в демке. О, давай, кабан. Знаешь, что вас можно в ловушку заманить? Неплохо. Очищаем всю карту. Как по традиции, как обычно. Ну-ка. Ай! Тут, насколько я знаю, ты, если ты умираешь, начинаешь все заново. Что это у меня такое? Тотем солнца. Ну да, он, кстати, урон по площади неплохой дает. Сейвов тут нет. Если ты продул локацию, начинаешь заново. Ну, враги хоть не оживают, это на том, в принципе. Спасибо, уже неплохо. Так. Что там тут еще у нас есть? Угу. Ладно. У нас тут два выхода, насколько я знаю. То есть вон их желтые вот эти видно. Давайте перейдем сюда. О! Ты что ж ты будешь делать? Почему загораживает мне обзор? Это вот загораживает мне реальный обзор. Это прям один из первых минусов немножечко. Но игра все равно выглядит достойно. Мне она в темпе очень понравилась. Так. Руна солнца. Куда мне тебя вставить? Руну огня. Давай сюда. В меч. Будешь огнем бить. Не понял. Выбор персонажа. То есть я должен был умереть, похоже, да? Так, объявление. Убить врага одним ударом с помощью первого скилла. Медь от капкана выполнен. Бляха, муха. Все эти объявления выполнять мне, что ли, надо? Прокачать любой талант до максимального уровня. Пока что не выполнено. Убить врага одним ударом с помощью первого скилла. Ну, поехали. Короче, пока даже первую локу не прошел. Добраться до дуба наша задача. Чё ж ты такой лох? В демке реально было больше выносливости. Она не так быстро тратилась, как по мне. Ну, это субъективно мои ощущения, но... Смотри. Все. Так. Ну... Кабан, кабан опять этот хренов. Давай, нападай. Ла-ла-ла-ла. Тренер. Град стрел. Давай вот это. Неплохо. А ты что нам дашь? Житель, говорите. Я же знаю. А, то есть они типа так не говорят. Фига себе, локации не повторяются. Тут надо заметить, это прям очень круто. То есть каждому уровню нужен, видимо, объективный свой подход в его прохождении.
Думаю, я правильно все это понимаю. О. Тут можно пройти. Тут, видимо, у нас 4 выхода с локации. Ну, пойдем. Так, пойдем-ка налево. Ах ты мразь, он меня все жизни отнял. Писец, это как? Это хардкор. Це хардкор, пацаны. Хардкоры? Это хард... Серьезно? Я помираю на каждом шагу. Но хоть у меня скиллы сохраняются. Да я даже до дуба этого сраного не добрался. Погоди. И уже пол жизни у меня отнял. Писец, это как вообще? Чуть-чуть бочка, ни хрена нет. Да сдохни, падла. На. Все. ХП солил. Так, а что такое? Как у колючка носит 100% отходящий урона в ответ. Черпак увеличивает урон по оглушению поглушенным врагам на 10. Так, ладно, тут подсказка, в принципе. Пойдем сюда. Мне нужно хпшки восполнить. Мне надо. Эй! Во, ну хоть хп восстанавливает. Уже неплохо. Да, блин, ну... Встал тут. Уходи отсюда. Блин, все хп свои бездарно профукал. Сам виноват, что могу сказать. Привыкай к управлению. Тут, кстати, врагов стало больше, они стали намного сильнее. Ну, что я могу сказать? Можешь сказать мне. О, а тут меч. Видимо, оружие здесь будет. Я наконец-то понял, как ориентироваться по этим картам. Кабану можно стравливать. Насколько я знаю, это даже... Да ну нет, серьезно. Чертовы кабаны, бляха-муха, так нельзя. Что там? Сломать 100 бочек за все время. Репутация. Может еще потренироваться? А. Я могу здоровье прокачивать. Ну, поехали. Это писец, это новый Dark Souls, я отвечаю. Это, в принципе, roguelike, и поэтому тут ты должен подыхать, пока... Пока не разовьешь свой навык настолько, чтобы можно было, ну, наверное, убивать всех врагов так. Играючи, по сути. Блин, а шо ж такое? Чё-то камера подлагивает. Ну ладно. Славянский прострел.
Славянский прострел, славянский зажим яйцами. О, 130. Я могу, кстати, увеличивать, да. Давай, капкан его. Прямо напротив капкана. Да хорош уже. Боже. Выносливость вообще надо развивать. Даже больше, чем хп. Ну иди сюда, басурманская тварь. Уже неплохо. Чего тут дает? Чашу упыря, атака по кровоточащим целям может слить на 1%. Неплохо. Ну-ка. Угу. Почему нельзя двигаться? В демке можно было передвигаться. В демке можно было передвигаться под обстрелом, а здесь нельзя. Вообще обобно. Это как-то обобно выходит, друзья. Ну так нельзя. Наверное, это немножечко нечестно. Типа, руглайк, это должен двигаться. А здесь почему-то я привязан к этой. Какому-то, ну... К игре. По сути, я привязан к месту. Поймать домовых. Ё-моё. У меня хп не, чтобы с вами всеми совладать. Иди сюда. Вот так их по одному, что ли, контрить? Это же писец. Так нельзя. Ну да. Почему я не могу двигаться во время стрельбы? Ладно, во время стрельбы. Ладно, еще во время стрельбы я не могу двигаться. Но я не могу двигаться во время... Ну, когда как бью. Типа... Сложно. Не понял. Это что такое? Что за херня? Алло, игра. Так нельзя. Слушайте, я сейчас, наверное, выйду, потому что так нельзя. Ну, а мы продолжаем, дорогие друзья. На остров Буяне, в темном-темном океане. Что это, баг? Добраться до дуба, зажечь камень кузни. Мне не хватает выносливости, чтобы всех победить. Это руна огня. Кабан! Пошел нахер отсюда. Пошел нахер, я сказал. Руна электричества. Это самый, кажется, имбовый билд. Билд был, кстати, в демке. Это был имбовый билд. Все. Писец вам. Вау. А теперь-то заживем, как говорится. И еще это писец. Насчет я не понимаю.
Так. Почему ты не можешь? Ай! Кабан! Да серьезно, как я мог погибнуть-то, блядь? Это не смешно уже. А чё? Выбор персонажа. А у меня больше никакого и нет. Еще и вебка подлагивает. Ну, вообще зашибись. Все мой имбовый билд. А, значит, вас тоже можно в капкан заманить. Ясно. Понятно. И да, тут всегда какая-нибудь залупа да будет. Все, сдохли. Лука поели или так, блядь, обосрались. Руна огня. Меч. Сгори. Сгори, тварь. Спокойно. Так, ладно. Лук полная херня. Когда в демке, он был вообще имбищий поганый. Просто. Он просто все разрывал. Сейчас я даже не знаю. Будет успехом, если я вообще эту карту какую-нибудь пройду. Так. Там у нас чё? О. Неплохо. Они просто забаговались, поэтому я их убил. Ну-ка, давай, нападай, нападай. Кабан, дикий кабан. Ай! Ляха-муха попал в этот капкан сраный. Так. Давай. Нападай. Так, отлично. Тренер, град стрел. Перезаряд 30. Вот до перезарядку. Значит, перезарядку надо снижать. Перезарядку пока снизим. Блин, я вообще разочарован. Я думал, и лук будет имбищий какой-нибудь. Оказывается, ты даже не можешь стоять. Ты двигаться не можешь. Ну, это, я думаю, поправимо, в принципе. Ты, наверное, прокачаешься и... И, в принципе, все будет ништяк. Сейчас мы уже просто изучаем. На первый взгляд, это нормально то, что мы что-то там не делаем, на самом деле. Сейчас наша задача просто освоить игру, посмотреть... На проходке она будет. Это 100% на самом деле. Я рад, что я ее купил. Хоть немножко непонятно, почему подгрузки такие долгие. Так, ладно.
Все. Добил. Так, зелье будет известно 50%. Возьмем. У нас что, выбор как будто бы есть. Берем все, что плохо лежит, как эти кровавые вороны. Тот, кто в Вархаммер играл, знает, что они вообще все подряд берут. Так. Что у нас тут? Угу. Тут у нас, в принципе, ничего и нет. Ну, а тут? Ну, просто посмотрим. Выносливость бы качнуть. Странно, что во время этих подгрузок у меня подвисает именно в эти моменты подвисает вепка. Давай. Я хочу его в пустыне заманить. Ну, кстати, на огонь бил тоже неплох. Зачищаем всю карту, прокачаемся. Может, получится что-нибудь. Что-нибудь да получится. Лица себе долго мучиться. Кстати, во второй раз уже камера не подвисает, что удивительно. Типа, вау. Ай. Настолько увлеченно смотрел на камеру. Кабан! Пошел нахер отсюда. Так, может хилки купить? А, я один раз могу, видимо, тут билд прокачать. Понятно. Ну-ка. Проходи же ты. Вот, судя по всему, попадаю на новую локацию. О, новые противники. Ну, уже неплохо, я куда-то добрался. Рекрутом из лука 150 врагов. 100 бочек сломать. А-а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 -
скажем так. А, я все равно их не могу купить. 75. Угу. Руна замедления, руна огня, руна огня. Даже тебе вставлю. Так, а это куда? Руна за замедление. Опа! Это неплохо. Потом вернемся к тебе, еще какую-нибудь руну купим. Так, это оружие здесь прокачивается. Все отлично. Ладно, количество выстрелов 2. Количество будем брать. Ну, каждый раз будем улучшать, что-то смотреть. В принципе, неплохо. Честно говоря, я впечатлен. Мне нравится.
А, они в лесу застревают. Чем мы можем пользоваться? Что это такое четкий урон по врагу? Руна замедления. Неплохо. Кабан! Гребаный кабан. Так, сюда иди. Сюда давай. Так. Где тут? Да хорош, ну блин, ну так нельзя. Боже, у меня такой билд хреновый. Я ничего с этим не могу поделать. Добраться до дуба. Уюба, блядь. Извините. Меня просто немножечко бомбит. Но это нормально, в принципе, для этой игры. Тумба-юмба. Сдохни. Что тут я могу купить? Урон на 10% через 5 секунд. Морозные рукавицы. Опа. Надо будет вернуться за этим. А чё это ты так это... говоришь странно? Жизнь остановил. Ладно. Посмотрим, что тут есть, кстати. Кабаны! Тут одни дикие кабаны. Домовых поймать! А мне сначала врагов бы убить. Ладно. Ну, вытягиваем их по одному. Они могут, в принципе... А я пока всякую шушуру тут повырезаю. Сюда лети. Ты какой... хитро жопой. Я остановился. Они еще в момент атаки меняют направление. То есть, когда я... А пусть друг друга там переубивают. Три кабана! Один сдох.
Так. Вот так вот будем бегать. Примерно, наверное, в начале игры такой будет геймплей. Беготня. Найс. Так, остались кабаны. Или что, уже не остались? Куда делись? Срака. Ладно. Мне нужно все равно какую-то там броню. Мне нужны нормальные пушки. Наверное, нормально их поулучшать. Вроде я денежек заработал. Так, тут у нас... Да. Угу. Кабаны здесь. Так. Сорок пять. Все. Кузнец. Так. Выносливость, чтобы не тратилось с выстрелов от лука. Пум-пум-пум-пум-пум. Так. Теперь надо купить какую-нибудь руну, что ли. Ой, я не хотел. Все, ну хоть КПшку себе восстановил. О, руна огня, руна кровотечения. Так, руна кровотечения я ставлю в меч. Вот это будет уже неплохо. Классный билд, на самом деле. Кабан! Сдохнет кровотечение, падла. Ну-ка, иди-ка сюда. Давай. Хоба. Все. Помер. Готов. Это свой. Это обычный житель. Кстати, неплохо. Тут жители есть. Кабаны. Ты на скоро помрешь. Вот и помер, дед Максим.
все. Большая свеча. Огонь больше не наносит повреждения, увеличит урон на 10. Ну, неплохо, чё. Чё тут у нас еще осталось? О, уже 40 минут, а я не заметил, как 40 минут пролетело. 500? Фига себе, ты цены задрал. Ну, это же грабеж. Так нельзя. Братан. Ты мне просто это... Препоны ставишь? Не делай так больше. Блядский-гадский блок ставишь. Некоторых врагов лучше на дистанции себя держать. Бля, хп мало. Катастрофически мало хп. Ай, как же тут? Оборотни какие-то, нет! Эй, бля, вы вроде должны таргериться друг на друга. Все на меня-то? Все на меня! Ладно. Так. Нет! Не смей! Не смей меня трогать, тварь! Просто перегрызите друг другу глотки там, но без меня. Блин, я просрал. Ну-ка. Ну, я сдох, в принципе. На этом мы можем заканчивать покорение. Блин. Блин. Стоило мне атаку включить, так я проиграл. Ой, ладно, дорогие друзья. На этом, наверное, мы с вами закончим нашу серию. Как говорится, было приятно посмотреть на эту новую игрушку Folk Hero. Как говорится, я рад, что вы посмотрели приключения вместе со мной. Это был первый взгляд. Я посмотрю, стоит ли проходить. Смотрю по реакции. Как говорится, если вам зашел ролик, на дальше смотреть новиночки всякие стимовские прикольные, то ставим лайкусики, пишем, наваливаем приятные комментарии. А на связи был Dragon Soul Play. Всем до скорого, народ. Подписывайтесь на канал, не забывайте. И колокольчик прям бу-бум сделать, чтобы ролик новый вам пришел. И всем пока.